Александр сам доедет. Что-то непонятно пока. Она сестра твоего, двоюродная сестра моему. Мой свекр был брат ему родной. Но вы стоите здесь, на Еленской земле. Вы стоите в вахту там, где когда-то, так, собственно, этому у вас защищена вахта памяти, родилась советская гвардия. Это страница, которая героическая, которая навечно вписана в историю нашей армии, нашей армии. Желаю вам успехов, удачи. Гораздо важнее, что вместе с нами удалось все-таки успеть построить лагерь и выйти в поля. Вчера у нас было 2 солдата поднято, сегодня их уже 25.
сюда. Нет, нихуя. Вы только там пробейте, вы вот куда на где поворачиваете? Посмотрите, во что это? Камера. Нет, Костя. Не, ну пока-то чернота видна. Вот она пошла, Кость, смотри. Видишь, вот она. Ага. Смотри, смотри. Дай нож. Нож. Вот она. Видишь? Это Костя. Вот это левее, что это? Это ботинок. Вот все. Да. Ты видишь, он от него запал. Смотри. Ух ты. Смотри, какая красота. А что это? Заколка для волос. Кстати, походу золото. Личности военнослужащего рядового и сержантского состава. 24 тысячи нужно солдатских медальонов сделать, 48 тысяч вкладышей, сколько нужно литров типографской краски и сколько писарей нужно. Явки уже солдатского медальона нет в природе. Есть только красноармейская книжка, которую мы с трудом читает. Ну вот Алексей Михайлович вчера разложил, я думаю, кому-то там будет очередь сказать, давай мы тебе сейчас поможем. Да нет. Только вы. И все. И ваша задача донести это до профессионала, до эксперта.
большой бери. Это солдатская шинель. Все, что от нее остается. Дальше же, да? А? Не знаю, сомневаюсь я. Ну, давай ее дальше раскопаем. Так это пол? Скорее всего, настил. Да, обычно. Я умираю. Ну, там на такой же глубине горевшие не будет. Вот это полы. Это вот глубоко. Сейчас у нас лежит выдушившаяся земля такая, сухая, что уже все слетает. А пойдемте к кремянке, подойдем, я покажу, какой сохран. Слава Генри, там хватает 12 карт. Вот это хватит. Это котелок, вот ложка. Ложка деревянная и зубная щетка. Помолять. Поднимаю руки сзади.
Хватит! Если в немке вообще идеальный. В нашем похуже, но от вариантов залегания. Бывает лучше всего, потом они, как правило, все нестандартные, бумага другая, лучше сохраняется. Вот эта бумага очень хорошо сохраняется. Красная, да? Есть там буки? Есть, да. И самое лучшее, конечно, когда карандашом заполнено. Олег, что с него хоть есть? Леша, по-моему, череп, вон он лежит накрыт. Жетон тогда, ничего себе. Так, ты куда отбрасываешь? Я плохое туда, хорошее сюда. Что, вот стол там сделать? Давай мешок сюда один. Раскладывать будем останки. Вот органика. Чего вы органику отбрасываете? Да ничего не отбрасываю, ее потом перебираю. Придавливаем. Камушками сюда и все. Давай. Давай сюда будем разбирать. Блять, можно? Да. Это наш ботинок. Наш? Конечно, блядь. Ну и все. Больше мне ничего не интересно. Вот они провода. 17-е число. Провода. Провода. Все. Ага.
Вот он, взять, вторая нога рядом. Вот видишь, вот первая пошла, вот ниже вторая идет. Давай, только надо все будет потом расчистить, чтобы это сфотографировать целиком. Копай. Значит, спрашивай. Прямо губка вся. Я не буду ничего здесь сходить, никак возьму и оставлю. Вот. Все, до дна копать. Я уже зарылся, считаю, вот так вот, если мягкий. Все копать и копать, ну вот. На паровозе будешь. Ой, на пароходе. Привет, привет. Привет всем, ребята, вообще. Едем работать. Просто едем работать. Нам туда вообще, вон, да. А вон, да. Ну вот он. Дальше. И вот по этой дороге мы шли. Мы шли. А ты спускался там променал, да? Помнишь же, с этим Женькой и Шутом ходили? Возле этого куста. Ну, ну. И туда вон куста.
Ныряем, пацаны. Слышал разрыва, я не видел той вспышки, словно в пропасть с обрыва, где ни дна, ни покрышки, и во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки гимнастерки моей. Где с облачком пыли ходит рожь на холме, я где крик петушиный на заре поросе, я где ваши машины воздух рвут по шоссе, где травинку к травинке ветер травы придет, где ко мне на поминки даже мать не придет. И у мертвых безгласных есть отрада одна, мы за родину пали, и она спасена. Наши очи померкли, пламень сердца погас, на земле на поверке вызывают не нас. Нам свои боевые не носить ордена, вам все это живые, нам отрада одна, что недаром боролись мы за родину мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать. Я
убит под Оржевом, тот еще под Москвой. Где-то воины, где вы, кто остался живой? В городах миллионных все так дома. Вчерашний день у нас поднято 85 погибших солдат и офицеров.